помощь Никольскому храму в селе Ермолино предприниматель Владислав Рымша предоставил продуктовые наборы. В них самая необходимая мука, сахар, растительное масло, крупы, макароны, тушенка. Продукты помогут нуждающимся пережить непростое время. У нас есть прихожане, которые пожилые люди. Вот, есть прихожане, многодетные семьи. Есть прихожане, которые потеряли работу и в связи с этим не имеют средств к существованию. Поэтому мы рады будем любой помощи, чтобы этой помощью, опять же, поделиться и с нашими прихожанами. Из соцсетей Владислав Рымша узнал о том, что храм нуждается в помощи. Решение принять участие в снабжении продуктами было быстрым. В короткое время предприниматель закупил необходимые товары и привез их в Ермолино. Это жест доброй воли. Вся эта история, она идет от души, от сердца. И, честно говоря, помогая людям абсолютно в такое сложное время, получаешь некое удовольствие от того, что ты чем-то можешь им помочь. Это не первая помощь Владислава и, как он сам говорит, не последняя. Главное, считает предприниматель, выжить в это время самим и помочь другим.